тебя сам Бог, ты родился Владимир Васюк, автор «Черного города» и множество прекраснейших композиций. А может быть, потому я хотела стать певицей, потому что в этом моем предназначении я не представляю своей жизни с сценой, без музыки, без этого волнения, как аж дрожь, как сцена. Конечно, само пребывание на сцене — это просто необыкновенное удовольствие. И сегодня мы приехали впервые в ваш замечательный город, но, по сути, мы этим шоу, которое празднует 20 лет творческой деятельности. Дань уважения моей родине, земле, где я родилась, Украине.